Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как сделать из обыкновенной микроволновки своими руками очень простую ручную электростанцию. Эту самоделку сделать по силам любому человеку, а всего лишь нужно перевернуть микроволновку и достать из нее двигатель, вращающий тарелку. Теперь понадобится ручка для вращения двигателя. Я ее позаимствую у ручной дрели. Ручку к двигателю прикручу. Самоделка готова, подключу к ней радио. Крышку от батареек сниму, чтобы было видно, что батареек нет. Подключусь к крокодилам. Антенну вытяну. Теперь достаточно покрутить ручкой, и радио через какое-то время заработает. Надо антенну поправить. Сейчас покажу еще раз то, что радио ни к чему не подключено. Также можно подключить светодиодную лампочку. После вращения лампочка начинает сразу свою работу. И после этого изобретения свет я больше не покупаю, а вырабатываю его сам. Кому такая хитрость идеи для самоделки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться.